Тихо-тихо, никого нету. А! Блин, да ладно! Да ну как? Представляете, прям набежал на его прыжок. Очень умный человек. Обращайтесь. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Уга-Буга, Шоколадный Степ, Арара, Ампер. Пацаны, поздоравайтесь! Всем привет! Привет всем! Всем привет! Всем хай! Всем здравствуйте! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, Школа Балди, и давно у нас не было рубрики с хэдкрабами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Правила у нас просты. Пацаны должны не дать себя убить, а я должен всех замочить. Пацаны могут использовать оружие, дробовики, пистолеты. Ну а я, конечно же, должен всех по красоте повселяться и убить. Так, первый есть. Хорошо. Надо мне очень внимательно, ребята, это делать. Очень. Вот это давай вместе. Давайте, давайте, ребята. Давай. Вас это не спасет. Так, потому что минус. Я ж профессиональный хэдкраб. Сейчас посмотрим, Дим. Опа. Вон он. Опа, не попал, не попал. Попытка была хорошая. Ну, не смог. Подходи, подходи. Вот так вот. Ранил, есть. А чего вы, пацаны, убегаете? Не бойтесь. Ой. Я же вселился вроде. А, ну хорошо. Убежали. Я поддался в этот раз специально. Есть! Ну! Ай, да что вас за патроны отталкивают? Ах вы заразы такие, хорошо. Блин, видно, да, было меня? Я думал, вы меня не увидите за этим пультом двухмерным. Ну хорошо, хорошо. Мне страшно. Не бойся. Ты первый умрешь. Да вы задрали метки из жопы. А, хотя, кстати, никто ни разу не попал. Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное и позитивное. А кто краб? Да я пока мисс хэдкраб, никто мне еще этот не дает, чтоб я вселился в кишки. Поваляли уже всякие шкафы там. Так. Надо подпустить кого-то поближе. А, так вот. Ай. Давай, Дима, попади, давай. Давай, иду, не ссы. А, да вот, и уже. Ну блин, ну жизни же отнимаются, да, пацаны? Да. Еще чуть-чуть. Так, ребята, ну что, с каждым разом все больше и больше я подбираюсь для того, чтобы все-таки кого-то замочить. Это ты задрал, дробочист. Рара, я тебя помню в тех сериях, ты очень хорошо. Все, есть, ну что, первый есть. Сейчас я его выселю, чтобы он умер. Ну что, ребята, нас уже двое, и сейчас будет все легче и легче. Хорошо. Молодец. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 7-6 хедкрабов и один выживший. Ай-яй-яй. А последний выживший уже сможет разное оружие использовать. И базуки, и гранаты. Тихо. Попал мне в лапку, подстрелил. Не ходи туда, вон он. Я убежал, меня нету уже там. Да не ври. Да нету. За углом сидит. Ай, промахнулся, блин! О, нет! Вы ж друг друга убивать будете! Ай-яй-яй! Ну блин, ну тяжело попасть, ребятушки! Ух ты, меня откинул как! Ай, по мне не надо. Так, а сколько уже хэдкрабов нас? Два только, по-моему. Два, хорошо! О, уже три, отлично, ребята, отлично! Так, продвигаемся. Смотрите. Я не знаю, кого-то убили. Ай! Да что за оружие у тебя такое мощное? Ай-яй-яй. Это скорострельный, да, тот? Ой, я еще свалил. Один. Еще один. Ребята, ну, у нас все больше и больше пополняется семья хэдкрабов. А, есть, ранил. Ой. Ай. О, тут без головы валяется челик, отлично. Кстати, мы быстро расправляемся с ними, потому что заполонили уже всю карту. А, это наш.
Ой, не бойся, не бойся. Давайте толпой напад... Мне свой же убил. Не, ну это не считается. Давай, чтобы хэдкраб тебя убил, ребята. Будем по-честному. Хорошо. Friendly Fire не будем считать. Вот, а вот это мы считаем. Ха-ха, не увидел меня. Сразу давай высели с себя. Блин. Так, пойдет, пойдет. А почему... Так, подожди. Куда идем? Так, мне кажется, что кто-то где-то заныкался в классе сидит. Давайте будем смотреть. Так, давайте перекличку. Кто хэдкраб? Я. А кто не хэдкраб? Я. Вас двое. А, промахнулся! Промахнулся! Стоять! Иди сюда! Этот не может попасть. Ребята, очень тяжело попадать, потому что мы мелкие. Убегаешь, да? И дверь еще закрывает. Так ты... Ой, блин, стоять! Так, а куда он побежал? Налево, направо? Направо! Ай! Арара хорошо играет. Я помню, в тех сериях ты хорошо, да, всегда стреляешь? Да. Ты молодец. Обучался у Жан-Клода Ван Дамма. Да, стрель отличная у нас. Так, продвигаемся. Так, толпа у нас большая. Привет. Мы можем двигать? О, мы можем двигать. Да, я его сейчас отодвину. Он не мешал нам бегать. А пусть будет. Игрок обычно споткнется об него. Да чем ты стреляешь? У нас хорошо пацаны остались. Остались самые меткие стрелки, которые прям хорошо стреляют. Отлично просто. Снайпер. Ага. Так, идем на выстрелы. Вижу, сидит стрелок. Вижу. Ой. Тебя это не спасет. Ах, ладно, спасет, спасет. Мощный пулемет выбрал он. Ой, я вижу жертву. И давайте будем чекать. Убежал, давайте ему навстречу будем идти. Сейчас он тут выйдет. О! Сейчас мы его встретим. Должен тут где-то выйти? Меня убили. Ну что, Арара, ты теперь можешь использовать любое оружие. Гранаты, базуки. Ой. Да, любое оружие, кроме ядерных бомб. Я тебя убил! Я оружие выбирал. Ребята, раунд номер два. Беру мощное оружие. Вот, вот этот пулемет мне понравился. Реально хорошо фигачит, только патронов мало. Вот, 300 патронов. Арара, ты готов? 3, 2, 1. Раунд номер два начался. А нет, подожди, это уже мертвый. Ты дурак, что ли? Я тебя убью, я запомнил. Отлично, за тот раз тебя отомстил. Так, давайте все-таки возьмем вот этот пулемет. Нет, не этот. Во, 100 патронов. Вообще мощь. Так, да пацаны, блин, будьте внимательны. Я его хотел убить. Ну, видишь, не получилось. Пацаны, где он, инфу? Я его только что прикончил. Понял. А, да, вижу, вижу, убил его. Еще раз укончил. Ой, закончил. Так, смотрим здесь. Вот он, вот он. Пойдет. Классно, да, когда мы толпой фигачим? Ой, извини. Извини, всех убил. Ха-ха-ха, только хэдкраба не убил. Меня почти убил. Блин, почти. Тяжело, да, играть, когда все мочат? Да. Ну вот так вот, в моей шкуре побудь. Отлично. Прикончили. А уже два хэдкраба? Или тот труп валялся, да? Я уже перепутал, потому что с того раунда, наверное, пооставались. Так, слышу, эти вонючки прыгают где-то. Два хэдкраба. Это хорошо. Слышишь, топает? Тихо, 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 не заходи туда. Вот так и стоим на перекрестке. Если что, можем свалить. Отлично. Отлично. Короче, те, кто остался в том раунде последний, теперь вдвоем первые слились. Вот так и стоим, вот так и стоим. Хорошо стоим. А он не пройдет. Не дадим ни одного шанса пройти. Мы психи. У нас команда Рэмбо, которая мочит всех. Вот он, мочи. Ха-ха, вообще мощно. Если мы так будем стоять толпой, они никогда в жизни не пройдут. Ай. Ты капец. Меня ранили. Что ты сделал?
В ноги да не стреляйте дробашом, это больно. Тихо, тихо, никого нету. А! Блин, да ладно! Да ну как? Представляете, прям набежал на его прыжок. Очень умный человек. Обращайтесь. Это я. Красавчик, молодчик. Так, ну что, теперь я выдвигаюсь тоже на охоту. Давайте, пацаны, мы должны их наказать. Мне страшно, мне надо. Не бойся, не бойся. Ай-яй-яй, в живот-то больно. Кстати, хоткам вам не больно вставать? Эх, промахнулся, блин, уклонилась. Еще одного би... А, вы друг друга мочите. Ха-ха-ха-ха, молодцы. Твоя школа, Дим. Конечно. Friendly Fire, это классно же. Ай-яй-яй, растерли в порошок. Парты раскидали, все поломали. Молодцы. Давайте попробуем стекло разбить. Насколько я знаю, можно стекла бить. Да, отлично. Я эту карту помню хорошо. Это оружие фуфлыжное, которое он взял, кстати. Series M2. Не очень оно такое мощное. Может, что-то было и получше выбрать. Смотрите. Ха-ха-ха, не попадает толком. Смотрите. А, ладно, ладно. Попал. Увидел. Класс. Четко. Замочейшим. А! Дурак, что ли? Да откуда ты стрелял? А, еще бы чуть-чуть бы и попал. Стоять! Ай, за парты увидел! За стола кухонного. Друга, ты чекаешь там, я буду чекать с другой стороны. Кстати, Дима, осторожней. Да. Столы наносят урон. Я знаю. Так, они что тут? В столовке, да, у нас? Покушать, ребята. Мы тоже хотим покушать. О, все. Все. Всех убили опять? Нет, да. Нет. Еще один остался? Мы с Богобогой. А, ну все. Блин, меня вдвоем это убили. Ну это ж хорошо, один за жопу, один за голову. Ребята, вообще могли в классе сидеть и чекать только двери. Это же легко. О, вы друг друга убиваете, молодцы. Сорян. Не прощаюсь. Так, проверяем, проверяем. Так, никого нет. Открывайте все классы, они где-то в классе сидят, по любасу. Я бы так сделал бы. Последнего стоим, тут минус, и нас нет. Давайте, пацаны, я вас верю. В принципе, давайте вы будете использовать любое оружие. Как вам такое? Что было вам пожестче? Чтобы нам было, знаете, потяжелее вас убить. Потому что карта очень манюсенькая, легко убивать. О, пули летят, вижу. Так, все, никого нету. Ай-яй-яй-яй, уклоняемся. Смотрите, опа-па. Ай! Попал, попал. Прикольные звуки выстрела так вдалеке. А, в воздухе растерли. Такое эхо идет. Непривычное. Давайте, пацаны, мы сможем. Они заняли, короче, такие позиции, где длинный коридор. Ай, ай. Смотрите, уклоняемся. Оп, 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 оп. Так, давайте поближе сейчас. Попробуем подойти как-то. Так. Да что у тебя за оружие? Это Counter-Strike, да, у тебя? Это из Left 4 Dead. Left 4 Dead? Вот, подошел маленький. Кама устраним быстренько. Блин, а... Ой, еще б чуть-чуть попал бы. Есть! Че, двоих сразу убили? Нет. Так, хорошо. Остался один. Использую разное оружие. Гранаты, базуки, ну... Хотя базуку тебе не рекомендую, ты сам себя, скорее всего, убьешь. Эта карта такая, сделана так, чтобы вы не смогли использовать взрывоопасное оружие, потому что сразу проигрываете. Так, ага, все, никого нет. Убили его? Да. Ой, ребята, вы чё такие? Хорошо, давайте сейчас сделаем раунд такой. Я буду один выживший, а вы будете всех хэдкрабами. Ну что, пацаны, я готов. Я уже вижу. Давайте, давайте, попробуйте зайти. Хорошая, ребята, тактика. Ого, шпарты лагают. Это очень круто. Ого, да чё они так колбасят? А как вы, вот как вы зайдете? Как? А вот никак. А вот никак вы не зайдете. А где он? Блин, ну давайте еще один шанс, я додик. Ну блин, ну, да на самом деле я специально убил сам себя. Ну блин, ну это что надо так много ума гранатометом стрельнуть в помещении? А то противотанковое было. Я готов.
Блин, ну это немножко читерски, но так для того, чтобы хотя бы дольше прожить. А так вы никак не зайдете. Вот вы же не зайдете никак. Я тоже понял. Нельзя так делать. А чё нельзя? Ну потом, может, читерский способ. Хорошо, давайте другой способ сейчас выберу. Так. Сейчас. О! Все, я гранаты бросать не буду, давайте. Да чё я умер? Да чего я умер? Хорошо, давайте сейчас я буду выживать чисто с пулеметом. Все, никаких взрывных гранат, чисто пулемет. Давайте, я готов. Попробуй. Давай. Покажите, на что вы способны. Да, ребята, выживальщик с меня такой, знаете. Не очень. Слышу, бегут. Для начала они должны меня найти. Найдете? Значит, ты в кабинете. Да, я в кабинете. Сейчас я угадаю с первой разговор. Попытки. Давай. Может, он в кабинете директора? Нет, я не в кабинете директора. Вот, мы сейчас проверим. Могу дать вам подсказку, хотите? Давай. Ого, пули рикошетят. Опасное оружие. Нифига себе, от него пыль идет. Извиняюсь. Опа, опа-па, ну что, я побежал. Спасибо, пацаны, с вами было хорошо. А, дверь, гони моя. Жизни. Угорёте-то, вы чё как... Отвали! Подстрелил. Отлично. Всё. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Все, я всех убил и себя тоже. Профессионал.